Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Все, что вы ищете об известных турках, есть на моем канале. Demet Özdemir и Can Yaman, которые сделали себе имя в мире журналов, известны как имена, которые не выходят на первый план в их личной жизни. Недавно бульварный мир потрясла бомба из журнала «Сплетен». Предположительно невероятный ход Demet Özdemir за Can'а Yaman'а вызвал большое любопытство среди его поклонников. Правда это или нет, но согласно известным статьям журнала «Светской хроники», утверждается, что красивая актриса Demet Özdemir неожиданно сделала поразительное заявление о Can Yaman. Отношения знаменитой пары, которая является одной из самых обсуждаемых тем в журнальном мире, на этот раз приобрели другое измерение. Не так много людей внезапно заканчивают свой брак. Прежде всего, следует отметить, что до сих пор не было сделано никаких официальных заявлений относительно того, верны эти утверждения или нет. Однако, согласно новостям журнала «Сплетен», Demet Özdemir сказала: «Я некрасивая Demet, которая рассталась после внезапного замужества, но я рассталась с Агужан из любви к моим отношениям с Can'ом Yaman'ом». В прошлом точка. Что стоит за этими слухами? Так каковы могут быть причины этих утверждений? Demet Özdemir и Can Yaman приняли участие в сериале, в котором были разыграны очень интимные сцены. Эти сцены вызвали слухи о личной жизни пары. Эти слухи в то время могли проложить путь к появлению новых обвинений. Хотя эти слова произвели эффект разорвавшейся бомбы в таблоидном мире, поклонники и подписчики отреагировали на это заявление с удивлением и любопытством. После напористого заявления Demet Özdemir продолжаются слухи о том, что его чувства к Can'у Yaman'у продолжаются. Однако официального заявления о достоверности или ложности этой новости пока не поступало. Реальная ситуация с отношениями и расставанием двух известных имен прояснится со временем. Это развитие, за которым внимательно следит журнальный мир, будет более ясно освещено, когда в ближайшие дни появится больше подробностей. Однако не следует забывать, что миром журналов часто можно манипулировать, и его достоверность неизвестна. Следовательно, необходимо дождаться официальных заявлений, чтобы эти утверждения были приняты как окончательная истина. В заключение. Любовная жизнь таких знаменитостей, как Demet Özdemir и Can Yaman, всегда вызывала любопытство. Однако нет четкой информации о том, отражает ли утверждение журналов «Светской хроники» правду. Фолловеры должны всегда быть начеку в отношении таких новостей и ждать официальных объявлений. Поскольку таблоидный мир часто может вводить в заблуждение, важно не принимать такие новости как окончательные, не проверив их достоверность. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Все, что вы ищете об известных турках, есть на моем канале. Demet Özdemir и Can Yaman, которые сделали себе имя в мире журналов, известны как имена, которые не выходят на первый план в их личной жизни. Недавно бульварный мир потрясла бомба из журнала «Сплетен». Предположительно невероятный ход Demet Özdemir за Can'а Yaman'а вызвал большое любопытство среди его поклонников. Правда это или нет, но согласно известным статьям журнала «Светской хроники», утверждается, что красивая актриса Demet Özdemir неожиданно сделала поразительное заявление о Can Yaman. Отношения знаменитой пары, которая является одной из самых обсуждаемых тем в журнальном мире, на этот раз приобрели другое измерение. Не так много людей внезапно заканчивают свой брак. Прежде всего, следует отметить, что до сих пор не было сделано никаких официальных заявлений относительно того, верны эти утверждения или нет. Однако, согласно новостям журнала «Сплетен», Demet Özdemir сказала:
Я некрасивая Демет, которая рассталась после внезапного замужества, но я рассталась с Агужан из любви к моим отношениям с Джаном Яманом. В прошлом точка. Что стоит за этими слухами? Так каковы могут быть причины этих утверждений? Демет Аздемир и Джан Яман приняли участие в сериале, в котором были разыграны очень интимные сцены. Эти сцены вызвали слухи о личной жизни пары. Эти слухи в то время могли проложить путь к появлению новых обвинений. Хотя эти слова произвели эффект разорвавшейся бомбы в таблоидном мире, поклонники и подписчики отреагировали на это заявление с удивлением и любопытством. После напористого заявления Демет Аздемир продолжаются слухи о том, что его чувства к Джану Яману продолжаются. Однако официального заявления о достоверности или ложности этой новости пока не поступало. Реальная ситуация с отношениями и расставанием двух известных имен прояснится со временем. Это развитие, за которым внимательно следит журнальный мир, будет более ясно освещено, когда в ближайшие дни появится больше подробностей. Однако не следует забывать, что миром журналов часто можно манипулировать, и его достоверность неизвестна. Следовательно, необходимо дождаться официальных заявлений, чтобы эти утверждения были приняты как окончательная истина. В заключение. Любовная жизнь таких знаменитостей, как Демет Аздемир и Джан Яман, всегда вызывала любопытство. Однако нет четкой информации о том, отражает ли утверждение журналов светской хроники правду. Фолловер должны всегда быть начеку в отношении таких новостей и ждать официальных объявлений. Поскольку таблоидный мир часто может вводить в заблуждение, важно не принимать такие новости как окончательные, не проверив их достоверность. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.